Всем привет! Я сегодня в аутлете, у нас недалеко от города Юрмалы и также от города Риги. Между Ригой и Юрмалой находится аутлет, называется Виа Юрмала. Но здесь, особенно зимой, очень скучно. Последний раз я была в январе, по-моему, и вот уже апрель. Посмотрим, как сейчас здесь. Ну, вроде как много машин. Я сегодня приехала по делу, мне срочно нужно найти несколько вещей. Я их искала уже в торговых центрах, ничего не нашла. Надеюсь, хотя бы здесь я найду, ну, хотя бы одну из этих вещей, которая мне нужна. Так выглядит наш аутлет. Здесь магазин одежды, обуви, кафе есть и вот магазин напитков. Сделав покупки, вы сможете зайти на обратном пути в магазинчик с напитками и отметить свои покупочки. Да, это так, для шуток. Так, первый магазинчик. Здесь сумочки. Сумочки меня тоже, кстати, интересуют. Но сначала мне нужно найти платье. В предыдущем видео я тоже искала. Ничего не нашла в торговом центре. Так, ну, здесь установили автомат. Можно сделать себе пиццу. В прошлый раз я не видела. Ну, я, наверное, одна не рискну ее делать. У меня вряд ли получится. Пицца Маргарита 6,99 стоит, острая салями 7,59, с ветчиной 7,99. Три пиццы, я так поняла, можно. Здесь есть инструкция. Так, свежеиспеченная пицца вам выйдет отсюда. Да, надо будет как-то попробовать. В общем-то, пиццы сколько? 6,99, 7,59. Ну, нормальная как цена на пиццу. Ой, какой у нас сегодня очень сильный ветер, очень холодно. То люди вроде есть, сегодня суббота. Если сюда приезжаешь в рабочий день, тут, конечно, очень пусто. Ну, пока еще холодно и не очень-то людям нравится. Здесь, вот уже киоск установили. Бедная девушка, холодно ей, жалко мне ее. Я бы не хотела здесь работать на ее месте. Так, Левис. Магазин. Так, куда бы мне нырнуть? В регату не пойду, там все спортивное. Хотя я всегда захожу в этот магазин, буду сразу искать то, что мне нужно. Здесь, наверное, и закрыто. Нет, здесь работает Outlet Space. А Пранга. Можно зайти. Интересная курточка. Цена 149 евро. Нет, это джем. Это платье белое. А вот курточка 179 евро. Да? И здесь стенд минус 50. Вот какое платье. 200 евро. Так, это такое же, только цвет другой. Вот какое блестящее платье. Очень-очень блестящее новогоднее. Здесь минус 70. Посмотрим здесь. Магазин очень дорогой, брендовый. Вот какое платье. Акне студия. Интересное. Желтое такое. Желтое. Цвет такой. Так, это что такое? Что это такое? Хомвея. Домашняя одежда. Здесь юбочка интересная. Черная. Юбочка стоит 149 евро. Тяжелая. Ну, вот этот очень такой цвет насыщенный. Очень насыщенный. 300 евро. Такое платье. Брюки. Ну, в общем-то, наверное, и все. Так, здесь только можно резиновые сапоги купить. 35 евро. Хорошенькие сапожки. Ой, какие хорошенькие. Сколько здесь стоит? 27,95. Такие еще сапожки. Ну, здесь такая спортивная одежда больше, каждодневная, ежедневная. Так, в магазине Simple. Нашла красивые итальянские свитерочки. Такие милые, недорогие, всего по 30 евро. Розовенькие, и такой вот красивый цвет. Хорошенькие, желтенькие тоже. Тоскана. Made in Italy. Это единственное, что я здесь
Нашла. Платьев здесь нет, есть вернее, но все пестрые. Так, это... Ну что такая, да? Похоже, что здесь будет ресторан. Или он уже есть, но как-то здесь пусто, не видно. Внутри пока ничего, наверное, только будет. Top Kids, X-Jeans, там ничего не будет. Вот еще какое-то платье вижу. А что за магазин? Закрыт, наверное. Нет, открыт. Брюки. Это магазин Морелла. Здесь тоже вот такие вещи. Такого цвета, как бы, очень яркие, вызывающие. Что-то хочется поспокойнее все-таки. Ну, вот видите, Морелла. Такое платье. Здесь верхняя одежда. Ну, я уже посмотрела, что мне тут ничего не надо. Так, все, я ухожу. Ой, видите, дверь нельзя закрыть даже. Ой. Померила. Цвет тоже не подходит. Здесь я вообще не вижу платьев. Жакеты. Там что-то висит. Платье, да? Это костюм. Вот платье. Темное. 240 евро. Да, вот видите, что у нас с платьями. Курточка симпатичная. Италия. Что с ценой? 363. Ну, Италия же. Платье. Платье Made in Italy. 373. Триста 43. Минус 60. Так. Лауриата бренд. Цены. 43 евро. Ой, это блузка. Платье. 63-64 евро. Так. Юбка. Платье. 51 евро. Здесь недорогие, хорошие платья. 60 евро. Но не в тему. Мне не в тему. Так, белая тоже не в тему. И тоже. Так. Мне надо что-то. Так, здесь такие ничего вещички. Приемлемым ценам. Джемпер. Бетти Барклай. О, какое пальто. Елка. Ну, смотрите. Какая красота. Луиджи? Нет, не Луиджи. Конкорд 31-32. Харизматик. 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 Ой, что ж такое? Некрасивое-то, а? Вот красное платье. Но мне нельзя красное. Красное. Немножко такое оранжевое. Курточка. Симпатичная. Впрочем. Это все какой-то бренд Лориата.
такой недорогой, из недорогих. Даже цена. Это мне курточка нравится определенно. 64 евро всего, между прочим. Такая элегантненькая. И брючки такие же. Ой, ну что. Эти нарядные. О, плащик какой симпатичный тоже. Ариата. 147, 148. Ну вот еще нашла платье, тоже Лариата. Это уже подороже, 140 евро. Такое вот с воланами. Такое больше спортивное. Так, 118 евро. Такое интересное платье, но цвет. Но цвет. Синее. 72 евро. Карактеры. Школьный цвет. Не хочется. Школьный цвет. Даже мерить. Розовенькая. Дешевенькая совсем. 35 евро. Хорошенькая. Угу. 52 евро. Розовенькая. 44 евро. Черная. Новогодняя. Это какое? 50 евро всего. Здесь тоже стенд. Вот это пестрое. Красное. Вот это интересное красное. 30 евро. Леромонт. Это, наверное, хорошо бы село на меня. Но красное сказали нельзя. Красное нельзя. И это красное. Вот такое золотистое. Это интересно. 116. Можно померить вот этот. Еще такое. Кирпичный какой-то цвет. Даже не кирпичный, а... Нет, этот цвет мне не нравится. Тоже интересный цвет. Угу. Это размер S, но это с брюками. Комбинезон. Розовое. Померила это платье. Оно очень-очень все выделяет. Хотя здесь есть подкладка. А здесь вообще непонятно. Вот это вот, представляете? И это Ральф Лорен. Лорен. И стоило оно 290 евро. Очень такое, как сказать, очень дешево смотрится. Абсолютно оно ничего не подчеркивает. Наоборот, все недостатки выделяет. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Бренд называется. Как думала что-нибудь в этом Камомиле взять. Тоже итальянский магазин. А там так мало товара, платьев вообще нету. Два-три платья висит, и все. Я уже потеряла надежду. Не знаю, где вообще что искать. Ничего не могу найти. Какая сосна красивая. Смотрите, какая прелесть сосна. Так, я уже почти все магазины прошла. В Облуно я потом зайду. Уже если ничего больше не найду. Хотя бы обувь посмотрю. Рекер. Вот Паолоне, там какой-то магазин еще впереди. И вот еще что-то там виднеется. АБЦ. А, это мебель. Здесь мебель. Мебель мне не нужна. Эко. А здесь открыли магазин. Интересно, здесь раньше был такой неплохой магазинчик. А здесь мебель. Интересно, тоже мебель там такая. Вот, последний магазин оказался закрытым в Паолоне. Там вроде и платья висят. Почему он закрыт? А, Валенштайн. Здесь уже мужское, наверное, все. Да, здесь куртки. Куртки не актуально. Все.
Магазины закончились. Пума, Пьюма. А, вот еще магазинчик. Здесь еще какой-то магазинчик есть. Вира, минус 30. Ага, витрина оформлена. А что здесь? Да, здесь женская одежда. Смотрите, как стильненько. А? Ну что, зайдем? Там, наверное, платье есть.